Сегодня для нашей семьи был очень знаменательный день. Я и мой ребенок занимаемся дзюдо в школе Дмитрия Кальченко. Мой ребенок получил очередное достижение 10-й Q, а я получил белый пояс, это 6-й Q. Мы занимаемся в школе уже более года. Нам все очень нравится, все классно, воспитывается ребенок правильно, по-мужски. Спасибо Дмитрию Александровичу и школе дзюдо Дмитрия Кальченко. Я хожу на дзюдо 5 лет. Меня привел сюда папа. Ну, я даже не знала, куда я пойду и как мне понравится или нет. Но после первой тренировки я понял, что дзюдо – это мое. И я очень сильно хочу стать, как мой кумир Тедди Ринер. Он двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. Мне очень нравится, и у нас хороший коллектив. Я хочу себе ходить каждый день, и буду ходить каждый день. И буду добиваться всего, чего смогу. Сегодня у нас было награждение учеников, которые заслужили свои Q, свои пояса, кто белый пояс, кто желтый пояс, кто чуть-чуть ниже Q. Это у нас уже второй такой праздник, в прошлом году был, и сейчас мы сделаем. Надеемся, он станет традиционным. Деткам намного интереснее получать свои награды на открытых, на больших местах, не в залах, не здесь, а при большом количестве зрителей. Им приятнее, полезные, приятные эмоции выделяется, и им больше это запоминается. Кроме этого, родители с дружком знакомятся, кроме они видят, как, где, что детки делают, как они делают. Сразу видно старание этих деток, насколько они стараются, и также на тренировке, так и здесь на сцене. А еще одна большая польза, считаю, таких праздников, что детки немножко развиваются в других направлениях. На этом празднике было больше танцевального направления. Детки, которые борются, им сложно на самом деле танцевать, но за счет развития этого, за счет развития координации, они приобретают больше возможностей и для борьбы тоже. Наша школа потихонечку разрастается, растет, группы увеличиваются по количеству детей, количество групп увеличивается. Кроме этого, мы сейчас планируем соединяться еще с одной школой, которая идет с нами в русле, с нами в развитии. В недалеком будущем будем делать ассоциацию. Ассоциацию тренеров, которые закончили IGF Академию, специальную академию для тренеров. Двери нашей школы всегда открыты для желающих заниматься дзюдо, для желающих узнать, что такое дзюдо, для желающих заниматься дзюдо, для желающих пробовать дзюдо в соревнованиях и просто в катах проверить себя, как он усвоил дзюдо, как усвоил дух дзюдо, как он усвоил знания дзюдо. Всех ждем у нас в зале, всем будем рады. Добро пожаловать, получайте удовольствие от дзюдо.